А вы с нами давай проходите. Вот, сегодня наше общее занятие. Давайте, напоминаем наше первое упражнение на обход вокруг партнерши, называется ауса. Пошли с боковое смещение. Да, давайте сразу на нее медленно. И тум, чик, на выбор пришли чик. Сразу до двух карам по левой стороне, поворот вокруг нее тум, чик, и пришли на правой ноге, очень важно. Тум, вот оттуда мы можем идти, например, базовый шаг назад. И тум, чик, чик. Тум. Второе на сегодняшний ново. Чик. Боковое смещение влево. Тум. Чик. Чик. И с левой руки мы замотаем партнерши на нашу эластику. Тум. Чик. Чик. Пришли параллельно. Левая сторона рамка. Левой руки на раскрытие ее. Пум. Чик. Чик. И можем закрутить его несколько раз. И раскрутить несколько раз по желанию. Каждый раз, когда партнерша пришла к нам на закрытое положение, оттуда можно забрать у нее вторую руку и направляться вместе с ней на выпада. И оттуда уже справа ноги свободно решать, куда мы идем. Может быть на параллельный, на поворот партнерши и так далее. И дальше тоже у нас с вами было базовый шаг. Чи-чи-хом-чи-чи. Жинка. Чи-чи-хом. Чи-чи-хом. Запомни процесс для нашего разветвления. Вокруг. Чик-чик-тум. О, супер. И тум. И чик-чик. Очень хорошо. Молодцы. Спасибо. Пожалуйста. А вы, то есть, регистрированы в ВКонтакте, да? Да, ВКонтакте есть.